Здравствуйте! Сегодня мы вам расскажем, что делать, если у вас дома пожар! Итак, во-первых, если у вас есть дома огнетушитель, то быстро прибегите и возьмите его за жопу! А потом прибегите и потом потушите пожар! Но если у вас нет огнетушителя, и вы не можете его купить, то вы... Ох! Для этого надо быстро выключить, подойти к крану и потом убежать. Потом надо выйти нахрен из помещения. Потом вы должны взять какашку и обосраться. Конец.